Сегодня я вам расскажу, как можно заработать деньги в интернете без вложений. Речь пойдет о сайте EABOT. Я развил облако вот до таких размеров. Кто уже занимается заработком на этом сайте, ну, порадуется, я думаю, за меня, да, спросит, каким образом. Если досмотрите видео до конца, я вам все подробно расскажу. Расскажу о тех способах, что предлагают другие участники этого проекта, и расскажу несколько новых способов о том, как увеличить облако без вложений. Вот в этот сайт я не вложил ни копейки своих рублей, ни копейки. Тем не менее, за вот 2 месяца я развил облако до такого размера. То есть расскажу какие-то банальные вещи, о которых снято очень много видео. Также расскажу парочка способов, которые я применил. Сделал очень большое количество рефералов. Вы тоже то же самое сможете сделать, если все будете делать так, как я рассказываю. За 2 месяца, ну, я думаю, если будете упорно работать, набьете вот такое облако, и вот столько будете зарабатывать в секунду, в минуту. Итак, начнем. Первое, с чего нужно начать, это, конечно же, зарегистрироваться на сайте. Под видео вы найдете ссылку на этот сайт, нажимаете на нее, попадаете на главную страницу. Сегодня она выглядит вот так. У них очень часто меняется дизайн, поэтому если что-то здесь будет по-другому, не пугайтесь. Нажимаем Sync Up, регистрация, попадаете на страницу регистрации, email обязательно вводите тот, которым пользуетесь, придумываете пароль, вводите капчу, капчу вводите только вот это слово, то есть то, которое понятно, не обязательно, вводите капчу, нажимаете регистрация, все, вы попадаете на сайт. Вот так будет выглядеть ваша страничка после регистрации. Везде все будет по нулям. И чтобы начать зарабатывать, начать майнить любую из этих криптовалют, нам нужно сначала купить мощности на вот это облако. Оно у вас будет по нулям. Способ, как пополнить депозит на этом сайте, опять же, не вкладывая ни копейки своих денег. Об этом снято очень много видео. Но тем не менее, я вам тоже расскажу. Нажимаете депозит, поросеночка, и вы видите, да, минимум для пополнения в той или иной криптовалюте. Что здесь написано? Если вы пополняете ваш баланс, но вводите сумму меньше указанной в этом сообщении, сумма просто не дойдет, она потеряется. И также написано, что деньги поступают в течение 24 часов. Так, что мы делаем? Мы уже скопировали наш Dogecoin кошелек. Я вам буду рассказывать, как можно заработать Dogecoin'ы абсолютно бесплатно. Просто нужно будет ввести капчу. Переходим на сайт. Ссылка на этот сайт также будет под видео. Нажимаете и попадаете на страницу регистрации. Сюда вы вводите ваш Doge кошелек. Именно на него с этого сайта будут приходить деньги, заработанные деньги. Придумываете пароль. Сюда вы вводите ваш email-адрес. Вводите капчу и нажимаете регистрация. Итак, после регистрации мы попадаем на главную страницу. Что нас на этом сайте интересует? Нас интересует free play, бесплатная игра. Как вы видите, у меня на данный момент 0 Dogecoin'ов. Проматываем вниз. И что нам здесь нужно сделать, чтобы заработать Dogecoin'ы и перевести их на наш сайт EABOT? Вводим капчу, нажимаем Roll. Нам дали 14,93 Dogecoin'а. Как я говорил, минималка для пополнения на EABOT 10 Dogecoin'ов. То есть один раз ввели капчу, и вы смело можете эти деньги выводить. За один раз, как мы ввели капчу, вы можете выиграть одну из вот этих сумм. Да? Честно, я вот больше вот 149, ну то есть больше с второй суммы не выигрывал. Один раз в час вводите капчу, то есть вам дают либо вот столько, либо вот столько. Может быть, конечно, когда-нибудь повезет и что-то больше выиграю, но не в этом суть. В общем, ввели капчу, видите, да, на балансе появилось вот такое количество Dogecoin'ов. Что дальше? Нажимаем вывести.
Что нам предлагают? Нам предлагают вывести эту сумму на указанный нами Dogecoin кошелек. Единственное, у нас возьмут комиссию 1 Dogecoin. То есть получим мы не 14, а 13. Нажимаем. Все. Заявка пошла в обработку. Мы видим, что на счете у нас на данном сайте стал 0. Деньги в течение 24 часов попадут на сайт EOBOT. И дальше вы на эти деньги сможете купить мощности для вашего облака, которое в дальнейшем будет, чем мощнее облако, тем быстрее и больше оно для вас будет зарабатывать. И опять же, да, прошу обратить внимание, что вы не вложили ни копейки. Мы возвращаемся на нашу страничку, на нашу вновь созданную страничку. Вот здесь у вас криптовалюта Dogecoin, те Dogecoin, которые мы получили за вот капчик. Спускаемся вниз, вам нужно будет нажать на вот эту кнопочку, и у вас появится вот такая вот картина. Что нам здесь предлагает? Нам предлагает купить мощности на наше облако. Выбираем только вот это облако США-256, потому что оно самое мощное. Оно стоит, видите, да, на данный момент 0,25 центов, американских центов. Вот это КХС, его можно будет выбрать вот здесь, да. Оно стоит гораздо дешевле, но оно в разы слабее, хуже зарабатывает, поэтому покупаем всегда только вот это, ГХС облако, США-256. Вам нужно будет выбрать Dogecoin, вот из этого списка, да, у нас уже выбраны Dogecoin, и вот здесь у вас будет стоять цифра, ну, допустим, 50 Dogecoin. Вам нужно будет нажать Buy, покупка, окей, соглашаетесь, после чего пойдет загрузка, и вы увидите, что вот здесь у вашего облака появилась первая мощность. Что нужно будет сделать дальше? Заходите вот сюда, выбираете, видите, да, третья снизу, Defer Cifi. Нажимаете и выбираете майнить Dogecoin. Это все будет делаться в автоматическом режиме. Видите, да, у нас автоматически включился автоматический майнинг Dogecoin. Проматываем вниз и включаем автоматический майнинг облака США-256. Возвращаемся в наш аккаунт, и вы увидите, что поочередно там 5 минут у вас майнится облако, оно само себя увеличивает. То есть чем сильнее облако, тем быстрее у вас начнут зарабатываться деньги. 5 минут майнится облако, 5 минут Dogecoin. Для чего нам Dogecoin? Да, можно просто включить, вот здесь вот выбрать майнинг ГХС облака, и постоянно будет майниться только облако. Для чего мы выбираем режим, чтобы у нас то и другое. Видите, да, сумма у нас на данный момент, один Dogecoin стоит 0,00013 стотысячных цента. Один Dogecoin стоит. Но цены эти периодически в течение дня меняются. То есть он может стоить 15, 16, да. Вот в тот момент, когда Dogecoin вырос в цене, вы проделываете все то же самое. Нажимаете эту кнопочку, выбираете в качестве оплаты за увеличение мощности Dogecoin и покупаете. То есть как у нас только цена выросла, в принципе, можете выбрать любую валюту, да? Просто выбираете Dogecoin. Почему? Потому что валюта одна из самых дешевых, и вам, по крайней мере, будет видно, как у вас тут какие-то копеечки начинают зарабатываться. Потому что если вы выберете биткоин, у вас вот здесь бегунок внизу будет идти, а биткоин вы заработаете еще очень не скоро, потому что облако у вас еще будет слабенькое. Поэтому я вам изначально советую выбирать Dogecoin. Первая ошибка тех людей, которые начинают заниматься, хотят заработать на этом сайте, через день, через два у них весь пыл пропадает, потому что они понимают, что у них слабенькое облако, деньги они сюда не хотят вкладывать, и все. То есть всем хочется сразу и быстро. Вот поверьте мне, если будете заниматься этим сайтом 3-4 месяца, вы видели, да, в начале этого видео, чего я добился за 2 месяца, у меня через 3-4 месяца облако будет еще в 2 раза больше, потому что я деньги не вывожу,
Я выводил деньги, пробовал дать деньги в течение 24 часов, 100% приходит на ваш кошелек, но все, что я заработал, я вкладываю, опять же, в покупку мощностей на ГХС облаке. И вам изначально нужно будет делать так же. Сейчас я вам расскажу еще один способ, как можно увеличить мощность нашего облака, соответственно, увеличить наши доходы, не вкладывая ни копейки. Видите, да, вот эта синяя панель, здесь есть кнопка рефералы. Нажимайте на эту кнопочку, и появятся ваши реферальные ссылки. То есть, если кто-то зарегистрируется по вашей ссылке, что здесь написано, да, вы каждый день будете получать от вашего реферала 1% от того, что он заработал, намайнил за сутки. Деньги поступают автоматически в течение 24 часов. То есть, это о чем говорит? О том, что если вы заработали за сутки 100 догикоинов, у вас также 100 догикоинов и останется, так как вы мой реферал, но я получу 1 догикоин как бы в подарок от этого сайта за то, что вы мой реферал. Я вам скажу, что на данный момент у меня больше 1000 рефералов. Я их набрал за 2 месяца. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Вам нужно будет посмотреть 2-минутный ролик про сайт Авито, ну, либо вы можете заниматься тем же самым, если вы живете в Казахстане, наверняка у вас там есть какой-то подобный сайт Авито. Если вы живете в Беларуси, там, в Армении, в Грузии, неважно, где вы живете, неважно вообще, сколько вам лет, вы можете этим всем заниматься. Посмотрите 2-минутный ролик, после чего мы вернемся к записи. Так, смысл этого ролика. Смысл очень простой. Даете объявление на Авито, либо на каком-то подобном сайте, где люди ищут работу. В разделе «Удаленная работа», «Работа для айтишников», для тех, кто хочет зарабатывать удаленным способом, то есть через интернет. Кратко описываете суть работы и пишете, что всю более подробную информацию готовы предоставить через электронный адрес. Вас именно, может быть, я так и нашел. Когда человек вам отвечает, на ваш электронный адрес приходит письмо от него, как я лично делаю, да, я описываю смысл работы, пишу, что вкладывать ничего не нужно, бегать ни за кем не нужно будет, уговаривать никого не нужно будет. И у меня есть также еще одно видео, где я подробно рассказываю о том, как зарегистрироваться, как зарегистрироваться на тех сайтах, о которых я вам уже рассказал и еще расскажу дальше. Кто-то соглашается, кто-то нет. Ну, в большинстве случаев соглашается, потому что люди, в принципе, понимают, что ничего им вкладывать не нужно, ничего вкладывать не нужно. Почему бы и не попробовать? И таким образом у вас появляются рефералы. Еще один способ, как нам можно заработать криптовалюту. Речь пойдет о вот этом сайте. Ссылочка на него будет также под видео. Здесь вам нужно будет пройти регистрацию. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вот так выглядит сайт. Что нам нужно будет сделать? Нужно будет скачать программу. Здесь выбираем «Dovlands», «Загрузки». Проматываем вниз. И выбираем, в зависимости от того, какая операционная система у вас, выбираем программу. У меня винда, я скачал программку для Windows. Что дальше? У вас появится вот такая программка по добыче догикоинов. В день я добываю на ней, видите, да, у меня стоит не максимальная мощность. Можно вот с помощью вот этого бегунка мощность увеличивать. Можно делать больше, можно делать меньше. У меня стоит не максимальная мощность. Я добываю на этом майнинге до 2000 догикоинов. Ну, все будет зависеть от мощности вашего компьютера. При том, что у меня не стоит максимальная. То есть, если бы стояла максимальная, да, я бы добывал еще больше. Но если стоит максималка, тогда интернет просто начинает тупить. Начинает очень медленно работать и все прочее. То есть, когда я не пользуюсь интернетом, я могу включить на 100%, и здесь добыча пойдет быстрее. Сворачиваем. Как нам получить деньги? Все, что вы добыли за день, появляется у вас вот здесь. Да? Ночью, примерно в час ночи, все, что вы добыли, перетекает на ваш основной счет, вот сюда. Да? И эти деньги можно будет снять. Минималка для снятия 0,10 евроцентов. Ну, эти деньги вы очень легко за день добываете.
нажимаете снять, и что нам здесь предлагают? Вывести наши деньги на Dogecoin кошелек. Кошелек мы копируем на сайте eBot, я вам уже это показывал. Вставляете его сюда, здесь указываете сумму, какую вы хотели бы снять, и нажимаем снять. Также в течение 24 часов все, что вы заработали, попадет на ваш сайт eBot. И вы на эти деньги сможете купить, увеличить мощность вашего облака. Соответственно, опять же повторяюсь, которое будет еще быстрее для вас майнить криптовалюту, любую выбранную вами криптовалюту. С помощью вот этого сайта можно увеличивать мощность вашего облака на 1 ГХС, 100%. Еще один способ, как нам увеличить мощность нашего облака, не вложив ни копейки, это опять же рефералы. Первый и основной способ, как набить большое количество рефералов, надо, чтобы вы понимали, да, облако, которое я вам показывал в начале, да, я набил за 2 месяца благодаря суммам, которые я получал от рефералов по 1%. То есть вот это вот заработок на кранах и заработок на майнинге, это не основное. Основную сумму я заработал с моих рефералов. То есть вам нужно делать упор на то, чтобы через сайт Авито основная масса пойдет оттуда, либо через канал YouTube, либо через социальные сети привлекать к себе рефералов. Расскажу второй способ, как набить небольшое количество рефералов, но они также будут приносить вам какую-то копеечку. Это зарегистрировать рефералы самому под себя. У каждого из нас дома есть, планшет, то есть есть основной компьютер, за которым мы, либо домашний, стационарный компьютер, за которым мы сидим дома, да. Также есть планшет, ноутбук, смартфон. Вот у меня дома 4 смартфона, планшет и ноутбук. Соответственно, я под себя зарегистрировал 6 рефералов. Вы задаете вопрос, ну а какой смысл, да? Регистрируйте именно с другого устройства. Не с основного компьютера, на котором вы сидите, а с другого устройства. Смысл в чем? В том, что я регистрирую страничку. На эту страничку через сайт Free Dogecoin, там, где мы зарабатываем от 10 до 14 Dogecoin'ов в час за то, что вводим капчу, первый раз ввожу деньги на, так скажем, левую страничку, реферальную страничку, да, деньги поступают, на эти деньги я покупаю облако, и, как я вам показывал, вот здесь вот выбираем диверсифик, да, и включаем на ту сумму, которую мы включили, на ту сумму, которую мы первый раз ввели на эту левую страничку реферальную, включаем майнинг облака. Майнинг облака, и, допустим, ну, я всегда включаю редкоины, да. Сумма для вывода, минимальная сумма для вывода редкоинов 100 редкоинов. Так как они стоят вообще копейки, эта сумма набивается за 3-4 дня. Что вы делаете? Вы зарегистрировали левого реферала под себя, настроили, чтобы он в автоматическом режиме сам себе увеличивал облако и сам добывал редкоины. Да? Что мы делаем дальше? И этот реферал левый каждым днем вам будет приносить вам все больше и больше денег. Почему? Потому что облако с каждым днем у него будет становиться все больше, соответственно, он быстрее будет зарабатывать. После того, как у него набралось здесь 100 редкоинов, да, но вы это делаете сразу при регистрации. Нажимаем вот этого поросенка «Вывести деньги». Проматываем вниз. И что мы здесь видим? Вот та валюта, которую мы майнили. Да? Здесь вы можете вставить адрес кошелька, на который вам придут заработанные 100 редкоинов. Сюда вы вставляете адрес с вашего основного аккаунта. Также зайдете, я вам показывал, когда мы генерировали адрес Dogecoin, также сгенерируете адрес RedCoin, там его копируете, здесь его вставляете, здесь указываете сумму 100 RedCoin и нажимаете «Автоматический вывод». Все, программа у вас зарегистрирует это, и как только здесь наберется 100 редкоинов, деньги автоматически снимутся вот здесь, здесь станет по нулям, и они попадут на ваш основной счет.
Понятно, да? То есть на чем мы зарабатываем? На том, что нам приходят вот эти редкоины, приходят они примерно раз в 4-5 дней. На эти деньги, что пришли, мы опять же увеличиваем облако на нашем основном аккаунте. Плюс здесь добыча становится все быстрее и быстрее, потому что вот это облако в автоматическом режиме каждый день себя майнит. Плюс мы зарабатываем 1%, каждые сутки нам приходит бонус 1% от того, что заработал ваш левый реферал. Понятно, да? Вот из, я уже говорил, что у меня больше 1000 рефералов, вот таких рефералов у меня, ну, наверное, штук 30, да? Дома я зарегистрировал 6, потом начал просить там ноутбуки, телефоны, планшеты у знакомых, там, дай в интернет зайду, да? Буквально это, ну, первый раз, может быть, будет сложно, но потом это все делается на автомате в течение 5 минут, то есть копируете вашу реферальную ссылку, здесь его можно будет скопировать, копируете реферальную ссылку с сайта FreeDoggyCoin, отправляете в письме, ну, заходите на почту, у меня, допустим, почта Mail.ru, отправляете письмо самому себе. Если заходите с какого-то другого устройства, заходите на сайт, ну, на вашу почту, и уже открываете это письмо, где эти реферальные ссылочки, нажимаете, и автоматически вы попадаете под самого себя. Регистрируетесь и начинаете зарабатывать 100 редкоинов в 4-5 дней, которые придут на ваш основной счет, и плюс каждый день вам сайт будет 1% перечислять в качестве бонуса. Таким образом мы опять же увеличиваем скорость увеличение нашего облака. Так, возвращаемся на мой основной аккаунт. Надеюсь, все, что вы посмотрели, было вам понятно. Если перемотаете видео на начало, вы посмотрите, что вот здесь сумма была меньше 2 фунтов. Видео это я снимал, ну, наверное, часа 2. За 2 часа у нас прибавилось 2 с небольшим фунта. Ну, то есть стало 4. Фунт на данный момент на сегодня стоит 98 рублей. То есть можно сказать, что за час, ну если округлить, то за час в, на, ну, на полном автопилоте данный сайт для меня зарабатывает 100 рублей. Если в сутках 24 часа, то в сутки я зарабатываю 2000, ну там не 2400, а где-то 2300 выходит, да? 2300 рублей. Как бы вам решать, стоит этим, не стоит этим заниматься. Еще раз повторяю. Ни копейки денег своих я не вложил. Если будете делать все так же, то через 2 месяца будете зарабатывать такие же деньги. Основной упор делайте на рефералов, которых вы должны искать через социальные сети, через YouTube и через основной упор на это на сайты по поиску работы. В зависимости от того, где вы живете, в какой стране, ну даже не обязательно, можете живете, не знаю, в Абхазии, можете в России подавать объявления. Ну, то есть, как бы, это вообще не вопрос. На этом буду видео заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Можете это видео скачать. Я уже говорил, что у меня есть основное видео, которое я даю ребятам посмотреть, которые хотят зарегистрироваться под меня, да, которых я нахожу через сайт Авито. Можете, если не сможете сами смонтировать, снять ролик, скачайте этот ролик, добавьте свои реферальные ссылки и показывайте ребятам. Всем удачной работы, пока-пока.